Штёпа, уважаемые дамы и господа, я так представляю вам соперника. Let me present you fighter, Sintra's first fighter in the blue corner from Amazonas, Brazil. He is 25 years old, 183 centimeters tall and weighing in 69.95 kilograms. His professional record, 10 bouts, 7 wins and 3 defeats. В синем углу. Боец из города Амазонас, Бразилия. Ему 25 лет. Рост 183 сантиметра, вес 69 килограммов, 950 граммов. Представляет бойцовский клуб Эвелюхай Тай с профессиональным рекордом 10 боев. 7 побед, 3 поражения. Самуэль Сильва! He's opponent in the red corner from Ekaterinburg, Russia. He's 30 years old, 183 centimeters tall and weighing in 70.80 kilograms. His professional record, 16 bouts, 12 wins, 3 defeats and 1 draw. В красном углу. Боец из России, город Екатеринбург, ему 30 лет, рост 183 сантиметра, вес 70 килограммов, 800 граммов. Представляет бойцовский клуб «Архангел Михаил». Профессиональный рекорд 16 боев, 12 побед, 3 поражения и 1 ничья. Владимир Пальченко! Рефери Вячеслав Киселев. Возраст, рост, вес бойцов, а также их послужные списки на ваших экранах. Самуэл Силва, кстати, с хорошим запасом уложился в рамки веса. Прозвище у него Кавейра. И все свои 7 поединков победных Самуэл Силва закончил досрочно. Да, вот так вот. 4 раза выигрывал ударами, 3 раза приемами. Ну и, в принципе, относительно Бразилии так сражался в неплохих промоушенах. Катана Файч, промоушен очень неплохой был в свое время, также Мистер Кейдж и Куричиба Файт Про. Вот такой вот перевод мы видим здесь от Владимира. Но смотрите, что делает Силва. Он как настоящий бразилец пытается контрить снизу. Вот так вот. И у нас мы видим очень много грэплинга, скорее всего, мы здесь увидим в этом поединке. Бразилец сбалансированный, еще раз, он и побороться может, и подраться. Поднимается в стойку. Ну и сейчас идет на серии, кстати, на победной серии из 4 выигрышей Самуэл Силва. Ну и мы видим такой атлетичный, сухой. Хорошо в туловище пробивает здесь Владимир. Пошел с размашистым апперкотом вперед Самуэл Силва. Пальчиков начинает разгоргивать. Другое дело, что если верить официальной статистике, с декабря 2019 года Самуэл не выходил в клетку. Но мы видели, что не сказывается порой простой на бойца. Да, может по-своему это сказаться. Вспомни бой Ивана Янковского, который не выходил 3 года. Для кого-то, может, это даже хорошо заживают травмы, все как восстанавливается. Как опасно, хайкиком бросал с передней ноги здесь Сильва. Хорошо, на контратаке подлавливает Пальченков. Владимир готов ко всей дистанции. Что касается Силвы, то он последние 4 боя закончил досрочно в свою пользу. Причем опасно здесь пробивал Сильва. Колено. Переводит Пальченков в партер. И тут же выходит на гильотину, пытается выйти на гильотину Самуэл Силва. Именно гильотиной выигрывал в 2019 году дважды Самуэл Силва. И вот сейчас тоже пытается это сделать, но нет. Удается выбраться из этой позиции здесь Владимиру. Но тут же пытается через колено встать Самуэл Силва, пытается дает, накрывать Пальченко. Это сделать Пальченко пока. Вязкий-вязкий первый раунд. Ну, бои Владимира всегда такие очень драматичные. Причем и бразилец очень такой вязкий и очень опасный. Пытается забрать руку здесь, кстати, да. И выйти на рычаг. Локти, я так понимаю. Бразилец прекрасно понимает, что для него это шанс. Шанс выбраться, что называется, из сумрака, так скажем. Да, и хорошо шанс себе показать заявить, себя в промоушене. Чтобы его приглашали сюда.
Отлично защищался здесь Владимир. И сверху уже находится. Но бразилец, смотри. Смотри, локти включает сверху бразилец. Опасно, опасно работает, опасно. Локтями. Не, молодец. Сила, молодец. Апкик, пожалуйста. Жестко работает Пальченков. Даст подняться Силу. Пробивает здесь по бедрам своего соперника здесь Владимир. Силва пока отдыхает. Попыток подняться не предпринимает. Готов. Готов Силва к партеру. Готов работать снизу даже к партеру. Хороший удар по ноге будет засидеть от Владимира. А угрожает апкиком. Итак, Самуэл Силва. Здесь пытается пробить туловище Владимир. Но не рискует пока. Не рискует туда залететь. Вот сейчас апкик опасный от Силвы. Пока не удается встать Самуэлу. Но желание огромное. Подставляет бедро даже где-то в ущерб себе сейчас Силва. Встает. Встает. Хитрее. Иногда будет продолжаться у нас стойки. А бразилец-то непрост, как могло показаться изначально. Хитрый парень. Ну и плюс, я уверен на 300%, что Милсон Кастро все рассказал своему другу. Без сомнения, конечно. Как биться с Владимиром Пальченковым. Ох, попал. Правый на правый. Да. Попал Владимир. Вот сейчас попал и даже немножко болтанул, мне показалось, Силва. Ну, до этого попал Силва очень жестко, кстати, справа. Там мне аж кажется, ноги так подсели там у Силвы. Но нет, нет, пошел Самуэл вперед. Хорошая у нас концовка идет первого раунда. Последний, да. Снова минута. Такой, да, хайкик с дальней ноги от Кто Владимира. Спуртанет? Кто спуртанет? Вот в чем вопрос. Кстати, очень много ударов в туловище забрасывают и тот, и другой. Два апперкота от Силвы. Попал. Да. Еще раз попал слева Самуэл. Пальчик пробивает двойку в ответе. Я думаю, знаешь как, Силва сейчас попытается работать с Пальченковым также. А вот это было попадание в глаз пальцем. Но не специально, конечно. Попытается работать так же во втором раунде, как это делал Милсон Кастро. Хорошо. Ай-яй-яй-яй. Какой удар. Уже не было руки. Будет предупреждение, видимо. Нет? Так, похоже, снимают бал или нет? А рефери подходит к главному судье. Так, подсек ногу. Нам показывают повтор. Слушай, ну, по-моему, он уже стоял на ногах, бразилец. И мне показалось, он оторвал уже руки от пола. Да. А еще раз смотрю. Так, раз подсечка. Показывают. Бабам. Так. Одна рука была все-таки зафиксирована на конвасе. Да. Да, снимают бал. Тем драматичнее у нас поединок продолжится, сложится. Ну что ж, я думаю, сейчас все обострится еще сильнее, особенно для Владимира, потому что все, минус бал. Надо рисковать уже здесь, однозначно. Извиняется Владимир Пальченков. И второй раунд нас ждет. Только рукопожатиями удалось, да, обменяться сейчас с бойцам, и нас ждет второй раунд. Второй раунд. Начинает второй раунд Владимир Пальченков. В первом раунде был с него снят бал за нелегальный, так скажем, запрещенный удар. Насколько интересно восстановился все-таки Самуэл Силва после того пропущенного удара. Все-таки плохо пропустил. Коллега, сейчас мы все узнаем с тобой. Подсказывали там, да. Двоечка от Силвы. Вот пальчик, чтобы постоянно Владимир, чтобы он шел вперед. А не двигался, а не двигался от соперника. Да, потому что некомфортно считают угловые. Вот Самуэл Силва, кстати, сейчас по манере мне, знаешь, кого напоминает? А с Милсоном Кастро что-то есть общее. Ну, все-таки они одноклубники, тренируются вместе. Друзья. Я думаю, очень большое количество общих у них есть приемов и тактических заготовок. Вот, смотри, опять успешный момент для бразильца. Но там пошел вперед, чего-то точного он не донес, и Пальченков сместился на ногах. Ох, пропускает сейчас Владимир навстречу справа, жесткий боковой. А вот апперкот опасный от Силвы. Еще раз, Силва парень бьющий, 4 победы, у него все-таки удары. Начинается много работы на средней дистанции, попадание было в глаз. Хайкик, кто по защите. Но рефери не дал
момента. И там, смотрите, прям да, есть кровотечение из правого глаза Владимира. У Владимира. И начинает этим пользоваться Самуэл. Пытается перевести. Здесь может сконтрить, а Силва может сконтрить здесь. Но нет. Есть тайм-даун. Сверху оказывается здесь Владимир. Силва там не успевает попасть локтем в корпус. Но здесь два варианта. Или будет контрить бразилец, или попытается заблокировать Владимира для того, чтобы подняли в стойку. Мы видим, вообще не паникует Силу, для него позиция снизу. Как мы знаем, для многих бразильцев она даже атакующая. Так, попытка обойти ноги со стороны Владимира Пальченкова. Силва оттаскивает соперника и накрывает самый контрит и может выйти на гильотину здесь. Еще раз, у него две последние победы в карьере были именно гильотиной. Нет. Не лежать, подсказ. Забирает спину. Здесь, да, забирает спину, сейчас попытается заправить ноги. Но нет, там маленький слишком зазор для бразильца. Достать руки, и здесь, да, и будет опасно, если достать руки Силва, будет опасно для Пальченко. Сразу начинает наносить удары, приходится здесь Владимиру защищаться. Удастся ли ему сбросить? А там, смотри, на Кимуру, мне кажется, пытается выйти бразильский боец. Нет, отказался он от этой затеи. И привез Пальченкова себе сверху, но я думаю, что это не проблема для бразильца абсолютно очень. Ты знаешь, Силва очень уверен в себе. Он реально выглядит очень уверенным и не боится рисковать, не боится, что привезет себе соперников в партер. Хорошо попадает стакало локтем сверху здесь Владимир, еще один удар. Нужно Пальченкову работать активно очень. И опять попытка выхода на Кимуру, да. Не, бразилец определенно хороший, не тушуется, знает, что делать снизу. По пояснице работает локтями и по спине Пальченков. Там, наверное, больше не по спине, в область корпуса наносит, да, Владимир эти удары. Зафиксировал здорово тут левой ногой руку соперника, но один раз только смог попасть. При этом мы видим, что у правого глаза есть повреждение и, видимо, небольшое рассечение. Бразилец попытается опять выйти на болевую на руку, мне показалось. Мне кажется, тут он хорошо несколько раз сверху успевает пробить здесь Владимир. Пальченкову нужно очень много ударов, а бразилец пытается, мне показалось, выйти на скрутку 5. Что ли, но уже отказался он от этой идеи, не прошло у него это. А вот здесь может выйти, но нет, не стал рисковать Владимир, хотя мне показалось, была позиция для удушающего неплохая. Насколько интенсивная и насыщенная борьба в этом поединке мы с вами наблюдаем. Это да. Хорошо, сверху корпус начинает работать очень большим количеством ударов Пальченков. Владимир. Бразилец, смотри-ка, одной рукой так прихватил за шею, через локоть попытается встать. Взял одной рукой за шею. Там такое обоюдное, знаешь. Тяжело будет это сделать одной рукой практически. Да, вторую руку причем не пытается подключить пока бразильский боец. Настолько все увлекательно, коллега, у нас в партере, что мы не заметили, как заканчивается уже. А смотрите, в каком хорошем положении оказался тут было Владимир. Несколько хороших ударов сверху он успел нанести. Ну и, коллега, я тебе скажу, если раунд закончится вот в таком положении, то уйдет Владимир. Скорее всего, да, его заберет российский боец. Потому что предыдущий раунд он проиграл. С учетом минус балла, да? Да, нет, да, именно с учетом минус балла. Начинает сверху рубящими ударами. А кик опасный! В партере. Только никаких апкиков в партере. А вот и вот так. А вот и минус балл. А вот и минус балл. 1-1. С учетом того, что Владимир и так забирал этот раунд, интересно, с каким счетом отдадут его теперь судьи. Вот, кстати, да, мне очень интересно, почему нельзя бить апкики в партере? Почему это считается запрещенным? Голову ногой, да. Ну все, я думаю, третий раунд должен быть огненным. Бразилец понимает, что может и проиграть бой. Он попытается рисковать, мне кажется. Пришел в себя Владимир Пальченков, извиняется Самуэл Силва. И опять. Снова только пожали руки и на перерыв. Третий раунд. Ну что ж, решающий раунд. Что же мы увидим?
Очень интересно, будет ли стойка или будет партер, начинает. Ну, если брать такое комментаторское клише, то 1-1 по раундам, и третий раунд-даун. Решающий того или другого. Все правильно, коллега. Хорошо, так, типом от себя отталкивает здесь Владимир. Бразилец пытается зарядиться на правую руку, мы видим. Ну, кстати, там он достал, вскользь, но достал справа Пальченкова. Обозначил лоу-кик Владимир. Не вкладывался Пальченков в этот удар, но вот второй ударил гораздо поплотнее. Ну и пока третий раунд, но пока оба так аккуратничают где-то, осторожно. Ой, какой хай-кик жесткий. Выдержал, выдержал Владимир. Выдержал, но поплохело вперед ему. Бразилец. Пошел с ударами. Здесь по защите. И что, будет тейкдаун? Нет? Нет. Хорошо, на выходе пробивает коленом здесь Владимир. Кастро, Кастро. А Пальченко берет пока такую Кастро, небольшую. Простите, конечно паузу. Же Силва. Лоу-кик от Владимира. Силва все, решил, надо идти вырубать. Он видно, видно, что он готовит этот удар справа мощный. О, какой мидл-кик слева. Да, в и левый боковой от... Самуэла Силвы. Отвечает хорошо Пальченко справа. Попадает Владимир. Будет тейкдаун. Удастся ли ему перевести в партер? Разворачивает, пытается развернуть бразилица россиянина от себя. Ну и здесь в клинче так немножко отдыхает, выживает Самуэла Силва и успевает пропустить по корпусу там же. Начинает поддавливать, идет вперед Пальченко. Ему надо как раз работать первым номером здесь. Хороший джек, хороший удар по корпусу. А здесь такое ощущение, снова заряжается на удар справа. Хай-кик. Подхватывает ногу. Есть тогда. Красиво. Подсечки. Перевод. Ну и все. Здесь надо, надо работать Владимиру и не дать бразильцу выбраться из-под себя. Ну, смотрите, локти, Силва. Локти оттуда начинает сразу же пробивать Силва. Для Силвы оказаться внизу в партере вообще не проблема. Никакой паники, и по-любому он что-то готовит. Однозначно, да, сейчас попытается выбраться. Обмениваются ударами бойцы, между тем, но ровно половина раунда вот так вот уже позади. Встает, удается встать Самуэлу Силве. Владимир сейчас... начинает преследовать его здесь по клетке. Сейчас... Апперкот! Боковой отвечает слева. Бразилец попадает. Но сейчас должно быть самое веселье, самая мякотка в этом поединке. Хорошо попадает здесь Пальченко. И еще бы, на ногах. И еще бы добавить. Но нет, решил перевести Владимир в партер. А может потратить силы. Силу мы видим, что когда переводит его в партер Пальченков, не тушуется. В общем, никаких дивидендов Владимир там не извлекает особо. Предыдущая комбинация была очень хорошая. Пальченкова, да. Толку, правда, от нее особого не было. Продолжение имеется в виду. Но и посмотрим. У нас снова поединок стойки. Времени еще предостаточно. А остались ли силы? Мне кажется, так уже начинает подзакисляться, ребята. Без сомнения, темп очень высокий. А вот и тейкдаун от Силвы. Успешный. Успешный. Давайте смотреть, что умеет бразилец сверху. Во-первых, нужно достать руки. Это ежу понятно. Даже такому, как я. Удастся ли это сделать Самуэлу Силве? Владимир прекрасно понимает, что достать бразилец руки, ох, будет ему не сладко. Удастся ли, попробует ли забросить здесь ноги Владимир, как-то защищаться или выйти на прием. Пытается локтем там отработать Силва. А Силва очень опасно работает. Хорошо от Владимира уже локоть а справа. А вот локоть от Силвы. Локоть от Силвы. Включает локти. Не забудем, что было рассечение у Владимира. Опа, улучшает позицию сейчас Самуэл Силва. Опасно. Пытается заправить ноги. Володя в опасности. Нет, нет. Нет, уже не в опасности. Владимир оказывается сверху. Крутка пятки? Нет? А, не-не-не, там на руку, на руку, на руку, да, выходит, на руку. Выходит бразилец. Тяжело сказать, можно ли выйти из такого положения на прием, между тем последние 15 секунды. Секунд остается, да, до конца. Нужно доставать руки Владимиру, сверху Владимиру и работать. Удары. Очень плотный конкурентный поединок. Очень близкий. Да. Очень близкий. Локоть снизу от бразильца. Попытка выйти на треугольник и на рычаг времени, локти. Мне кажется, уже не хватит здесь. И все.
И мне очень-очень интересно, как посчитают судьи. Очень тяжело. Сложная работа для судей. Очень будет тяжело. Ну и, кстати, да, я посмотрел, на турнирах RCC были прецеденты, когда выносился судейский вердикт ничья. Будет ли здесь? Но вот считает, что выиграл Самуэл Силва. Аплодирует ему Милсон Кастру. Итак, большинством судейских голосов результат боя ничья. The result of this fight is a draw.